Что такое система Меркурий, наша телерадиокомпания «Альтекс Медиа» уже подробно рассказывала. Но еще раз напоминаем, что это сертифицирование продукции в электронном варианте. То есть бумажных бланков, к которым все привыкли, не будет. А все ветеринарные сопроводительные документы будут оформляться только с использованием федеральной государственной системы Меркурий. Подробнее об этом рассказала Ольга Кириллова, заведующая отделом экономики, инвестиций и развития администрации Артемовского городского округа. 1 января 2018 года вступает в силу Федеральная государственная информационная система «Меркурий», разработанная Россельхознадзором для получения ветеринарно-сопроводительных документов. Постановлением правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 года номер 1140 о порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор определена оператором ФГИС в области ветеринарии. Федеральная государственная информационная система «Меркурий» разработана Россельхознадзором и входит в состав ФГИС в области ветеринарии и предназначена для оформления электронно-ветеринарных сертификатов, прослеживания пути перемещения поднадзорных грузов, исключения фальсификации и контрабанды подконтрольных товаров. В соответствии с федеральным законом номер 243 ФЗ о внесении изменений в закон Российской Федерации о ветеринарии с 1 января 2018 года товары подконтрольной государственной ветеринарной службы подлежат электронной сертификации ФГС «Меркурий», которая отслеживает их на протяжении всего цикла от сырья до готового продукта на полке магазина. Какие же плюсы есть от такого перехода? Система «Меркурий» позволит сократить время на оформление сопроводительной документации, накапливать информацию об отобранных пробах для исследования ввозимой продукции, то есть создавать свою базу данных. Кроме этого, система позволит отслеживать перемещение партии груза в Российской Федерации, сократить траты на ВСД и многое другое. А сейчас познакомимся с перечнем товаров, который с начала Нового года значительно увеличился. 1 января 2018 года расширен перечень продукции, на которую необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы. Это готовая молочная продукция, готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, рыбы, макаронные изделия с мясной или рыбной начинкой, супы и бульоны готовые и прочее. Перечень товаров, на которые необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы, утвержден приказом Минсельхоз России от 18 декабря 2015 года номер 648 об утверждении перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами. Регистрация в системе «Меркурий» осуществляется в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства от 27 декабря 2016 года номер 589. Индивидуальный предприниматель может получить доступ двумя способами. Первый способ наиболее оперативный. Индивидуальный предприниматель регистрируется путем направления заявки в письменной форме по почте в адрес одного из территориальных управлений Россельхознадзора или предоставления им лично заявки в одно из территориальных управлений Россельхознадзора. Для оперативного предоставления доступа рекомендуется обращаться в территориальное управление Россельхознадзора вашего субъекта Российской Федерации. Таким же образом регистрируются и организации, то есть составляют заявление с подписями директора, заместителя директора и отправляют его в письменном или электронном виде в Россельхознадзор. Подробнее об этой информации можно узнать на официальном сайте Россельхознадзора. Здесь же можно оставить заявку на получение демо-версии системы «Меркурий». Также хочу обратить внимание, что с 1 января 2018 года без электронного ветеринарного сертификата невозможно будет перевести товар, перепродать его, поставить его в пищеблоке социальных учреждений и также производить оборот животноводческой продукции без этих электронных ветеринарных сертификатов. За нарушение предусмотрена административная ответственность, согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. Подробная информация представлена также на сайте Артемовского городского округа в разделе «Экономика и финансы».